Дорогие друзья, позвольте обратить ваше внимание и на сборник Татьяны Смирнова «Русская школа игры на фортепиано». Татьяна Георгиевна подарила нам не только прекрасную музыку, которая будет звучать еще долго, но и сборники для тех, кто хочет научиться искусству игры на этом инструменте. Вести из Зальцбурга для флейты и фортепиано исполняют Александра Зверева и Николай Мурдюков.